Она – самый бьюти-бренда трендовый шопинг-эксперт. Пальцы не обманешь, друзья. Эти пальцы видели многое. Кокито синтетика. Отыщет эксклюзив в труднодоступных местах. Здесь уголочек фэшена. И выбьет скидку даже в диких краях. 45. Yeah. No, 30. What? 40. И он, шопер из народа. Ну, привет. Хоть уже и не новичок, но я как мужчина все-таки выбираю трактор. Но все равно делает много ошибок. И о статусе гуру шопинга телочки ему пока приходится только мечтать. Ты что мне принес? Подожди. Ты лопух. Говоришь, что ты-то лошара. Кто лошара? Всем привет! Это Орел и решка шопинг. Каждую неделю Маша и Егор отправляются на шопинг яркого отдыха в самые интересные города планеты. Привет. Ой. Оп. Оп. Чтобы сделать эксклюзивные, необычные и очень креативные покупки. Кто из них будет шопиться с безлимитной картой, а кто со $100, традиционно решает Орел или решка. Привет! Это Орел и решка шопинг. И мы прилетели в Ванкувер! Кстати, Ванкувер, Мария Игоревна, это город, в котором под боком леса, горы, озера, океан-то, в конце концов. И город считается лучшим для проживания во всем мире. Так это получается, что и для шопинга этот город самый лучший. Ну, по крайней мере, у меня должен быть. Логика железная, Маша, железная. Орел. Решка. Опа! Лучший город для жизни, лучший город для шопинга. Держи. Вы давно не виделись. Держи, да, не роняй. Если я тебе буду нужен, знай, где-то деньги вот так сыпятся рекой. Какой же ты транжира. Вот я дорвался. Ну привет, рюкзачок, привет, я тебя рада видеть. Ничего, мы с тобой справимся, ты же понимаешь, мы же команда. У нас все с тобой получится, мы же оптимисты. Все будет здорово. Впервые за все сезоны нашей программы самый шокирующий и самый скандальный шопинг в лучшем городе для жизни. Вы должны увидеть это своими глазами. Нападение на ведущую прямо во время шопинга. Жигало-нелегал, который бесплатно раздает сэндвичи голодным. Ты любишь ветчину? Или мою ветчину? Художник, который пишет портреты своими гениталиями. Самые неординарные музыканты и куча невероятных эмоций. Я такого еще никогда не видела. Такого еще не было. Ванкувер невероятно хорош собой. Ходить, гулять, бродить по его улицам и окрестностям – одно удовольствие. Океан, горы, дремучие леса и тут же тебе сразу небоскребы, автобаны, мосты. Ванкувер с первой секунды пытается подтвердить свое звание лучшего в мире города для жизни. Не город, мечта. Посмотрим, чем удивит такой идеальный Ванкувер заядлых шоперов. Еще в прошлом веке в Ванкувере белые совершенно не могли ужиться с индейцами. Не считались с ними, всячески притесняли, а потом вообще выгнали жить в резервации. Сегодня в лучшем городе для жизни все тихо, мирно и дружно. Индейцы себе живут рядом с белыми и зарабатывают в основном тем, что мастерят всякие сувениры и продают их туристам в своих магазинах. Вот один из таких магазинов. все, что тут есть, исключительно индейский хендмейд. Это традиционное индийское украшение — серебряный браслет. Такие носят как женщины, так и мужчины. Они их носят сразу по несколько штук. Браслеты для индейцев — это не просто украшение. Они считают запястье центром энергии человека, потому что именно тут наиболее отчетливо слышен пульс. А значит, чем браслет шире, тем он лучше защищает. Это связанные вручную свитера. Натуральная шерсть со специальной обработкой. Эти кофты водонепроницаемые. Эти свитера тоже не просто свитера. Вот это изображение – это ворон. Индейцы считают его создателем Вселенной, верховным божеством. Где изображен ворон, там, значит, есть ум, хитрость и находчивость. Вот, пожалуйста, ловцы снов. Ну, вы поняли, эти штучки тоже не просто штучки. Считается, что если повесить такую штуковину над кроватью, то будут сниться только хорошие сны. Ну вот скажите, эти ловцы снов реально работают? Понятное дело. Откуда вы это знаете? Потому что у меня у самого такой висит, и ни разу не приснился плохой сон. Ну так, а как эта штука работает? Все дело в этой паутине. Вешайте над кроватью, сон проходит через нее, все плохое остается на паутине, а все хорошее просачивается и снится вам. Но важно каждое утро проветривать эту штуку от всего плохого, что в ней накопилось. Но цены тут, ребята, это просто капец. И сколько стоит такой браслет? $500. А сколько стоит? $265. Выглядят они совершенно отвратительно. Не стильно, ужасно. Они очень грубые, тяжелые, но зато очень теплые и колючие. Вот. $265, по-моему. Ну, цена совершенно неприемлемая для этого свитера. За такие деньги можно купить себе мягкий, классный кашемировый свитерок. Ловцы снов, маски, картинки, фигурки. Дешевле $90 вообще ничего нет. Не знаю, на кого тут рассчитаны такие магазины и кто что тут покупает за такие деньги. Тем более, что на улице на каждом шагу сидит индеец и что-то продает. Наверняка там все гораздо дешевле. Вот прямо здесь сидит человек по имени Крис, мастер, самый что ни на есть настоящий, и делает вот такие вот перышки, например. And what about price? For example, how much is this one? $60. Да, $60 за перышко. Все остальное тоже стоит совсем недешево, как для совершенно бесполезных сувениров. В общем, если кого-то интересует индейский хендмейд, со $100 даже и не суетесь. Ванкувер стоит посреди дремучих лесов дикой Британской Колумбии. Только представьте себе, сколько дикого зверья тут обитает. Время от времени местных жителей предупреждают о случаях агрессивного поведения диких пум. В черте города спокойно можно встретить медведя, который вышел из лесу и роется в мусорном баке. Мы, правда, не видели, но сам факт. Короче, встретить дикого зверя просто на улице тут можно за нефиг делать. Ну, в общем, какая страна, такой и шопинг. Опа. Вау, как живые! Я ему говорю, ну в конце-то концов, слушай, ну совесть имей. Ну правильно? Сильная ты женщина, сильная. Рогатая, сильная женщина. Эх. Hi. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Егор. Егор, my name is Calvin. Как вы поняли, Кэлвин – таксидермист. Человек, который делает чучело животных. А таксидермия – страшно модная в здешних краях штука. Такими головами и тушами здесь украшают любой интерьер. И у каждого местного есть дома такой молчаливый питомец. Или даже несколько. Откуда у вас столько животных? Я покупаю их у охотников. Многие охотятся ради еды. Все остальные части животных им не нужны. Вот я и покупаю все, что не используется в пищу. Кто-то назовет это живодерством. Но, друзья, для страны, в которой официально зарегистрировано 50 тысяч охотников, это абсолютно нормально. Как это можно назвать? Арт-объект? Да, так и есть. Таксидермия – это направление в искусстве. А все таксидермисты – художники, творцы. У них специальное образование, на которое они тратят много лет. Смотрите, у нас есть экспозиция «Медведь с волком дерутся за уже убитого барана». А сколько же он стоит? Это все 13 тысяч. Это за всю инсталляцию, вместе с камнями. Профессия таксидермиста редка и невероятно сложна. Это ж целое искусство – правильно содрать шкуру с животного, чтобы не повредить ее и не испортить. Кроме того, нужно идеально знать анатомию животных, знать их повадки и характер. Чтобы лису не поставить в позу медведя, а ежу не вставить глаза оленя. Кстати, знаменитый упоротый лис изначально был объектом таксидермии, просто в максимально неудачном исполнении. Тот случай, когда поза, характер и манеры не соответствуют природе хищника. Магазин этот впечатляет. Ну, он, конечно, такой здоровый. Great Canadian Moose. Ну, прям вот такая мордяка. Ты посмотри, вот мой кулак, а вот он, глянь, это же жух. А сколько же он стоит? Этот лось стоит 59 тысяч канадских долларов. 59 тысяч долларов за лося. Если вы захотите целого, мы можем сделать. А вы можете сделать в нем дверь? И будет у меня троянский лось. Кроме голов и туловищ животных, тут, понятное дело, продаются и шкуры. Много шкур. Лисы, волки, зайцы, медведи. Нет, ну ощущения, конечно, особенные. Знаете, а есть в этом какой-то свой прикол. Ну вот есть какая-то сила природы, которая вот прям приклеивает тебя к этому большому белому другу. Везде эта вещь. Везде. Она портит людей. Портит. Ох, как портит людей. Заверните меня в медведя. Заверните, давайте. Через несколько минут шокирующий ванкуверский шопинг. Нападение на Марию Ивакову просто во время съемок. А также художник, который пишет портреты своими гениталиями. В каждом выпуске «Орел и решка шопинг» мы будем вам рассказывать об интересных личностях. Это креативные, нестандартные, яркие, иногда даже слегка сумасшедшие персонажи. Люди, которые делают мир ярче, добрее и веселее. Ну а самое главное, именно они – символ и душа своего города. It's a beautiful country, just a beautiful rose beef. You saw that? Some lettuce. Hello, dollar, please. And out to Saudi Arabia, all Muslim market. Привет, меня зовут Салям. Еще немного сыра сюда. Этот сэндвич просто огромный. Мы срочно должны отправить его в Африку. Я делаю самые лучшие сэндвичи в Северной Америке. Когда-то я работал в эскорте. Я прожил нелегально в 18 странах. В Норвегии, Швейцарии, Финляндии, Голландии, Германии, Австрии, Англии, Кипре, Сирии, Турции и так далее. В Канаду я тоже приехал, чтобы зарабатывать этим. Я просто хотел получать от жизни деньги и удовольствие. Что в этом плохого? Помидоры класть? Помидоры полезны для твоей простаты, ты в курсе? Посмотри на это. Мой сэндвич на вид омерзителен, но если есть с закрытыми глазами, трындец как вкусно. В 80-х годах началась глобальная эпидемия СПИДа, и многие мои друзья заразились. Короче, я перестал заниматься проституцией и начал делать сэндвичи. Почему бы и нет? И занимаюсь уже этим 30 лет. Ты знаешь, я обслуживаю людей уже 30 лет. И до сих пор улыбаюсь. Отстой, скажи. Ты прикинь, делать сэндвичи каждый грёбаный день. Все отлично, я тебя люблю. Главное правило моего магазина: если ты голоден и у тебя нет денег на сэндвич, ты можешь взять его бесплатно. Однажды я попал в район, где увидел человек 50 бездомных. Я не верил своим глазам, что в такой богатой стране, как Канада, в лучшем городе для жизни, столько людей могут быть голодными. Многие бездомные все деньги тратят на наркотики, а на еду им не хватает. Я начал с 50 сэндвичей в неделю, просто раздавал их голодным. Когда последний раз у тебя был секс? Ой, не спрашивайте. Так все плохо? Следующий. Я познакомился с ним, когда мне было 17. Он уже тогда кормил всех ребят на улице. Он просто кормил голодных людей, давал им еду. Если люди хотели пить, он давал им деньги, чтобы они могли купить себе воды. Он немного с придурью, но ты смотришь целое представление, когда приходишь сюда за сэндвичем. 8 баксов за килограммовый сэндвич — это смешная цена. Такого точно нигде больше не найдешь. А этот чувак, он лучший во всей Канаде. Что ты делаешь на выходных? Буду серфить и пить пиво. Да? Чувак, тебе срочно нужна девушка. Я самый обычный человек. Если честно, я даже не помню, когда покупал для себя какую-то дорогую еду. Посмотри на меня, как я одет. Я могу себе позволить что-то лучшее. У меня есть бизнес. Но есть люди, которым мои деньги нужнее. Это мой принцип. Девушки типа тебя заводят меня на всю оставшуюся жизнь. Спасибо. Люблю тебя всегда. Люблю тебя. Спасибо, мой друг. Хороших выходных. Я люблю вас. Я всех люблю. У меня есть еще несколько правил. Каждый должен говорить волшебное слово «пожалуйста», если не сказал, в конец очереди. Ребят, вам всем по сэндвичу. Когда я говорю, вы слушаете. Я сказал «да, пожалуйста». Люблю тебя, ты такой вежливый. Правило номер 3. Никаких мобильных телефонов в моем магазине. Все эти гаджеты просто засасывают людей. Они тупо перестают разговаривать друг с другом. Людям проще написать СМС, чем позвонить. Это отстой. Люди боятся что-то сказать глаза в глаза. Все сидят в этих своих телефонах или планшетах. Это ужасно. Ты любишь ветчину? Да. Или мою ветчину? Я шучу над всем подряд. Секс, национальность, над своей задницей, своими сосками. Люди по-разному к этому относятся, но я такой, какой есть. Однажды зашла какая-то очень верующая тетушка, а я возьми да и пошути над своими сосками. Еще и показал их. Она закричала и назвала меня дьяволом. Я не собираюсь меняться. Лучший город для жизни оказался каким-то слишком дорогим городом для шопинга. По меркам бюджетного туриста тут дорого все. 18 канадских долларов стоит вот такой горшочек малинки. Сейчас я вообще посмотрю, насколько она вкусная. Но цены меня завораживают и отгоняют подальше от этого прилавка. Да что там! Даже сами ванкуверцы зачастую затариваются продуктами не на местных рынках, а на рынках в американском Сиэтле. Ну а что? Расстояние между городами небольшое, а цены гораздо ниже. Но есть одно место в Ванкувере, в котором все очень дешево и очень сердито. Это Хейстинг-стрит. Находится эта улица буквально в нескольких кварталах от центра города. Зрелище то еще. Тут очень плохо пахнет, а еще тут тусуются одни сумасшедшие и наркоманы. Этим наркоманам и алкашам здесь можно все. Даже колоться прямо на улице. И такое ощущение, что я нахожусь не в Ванкувере, а вообще где-то совершенно в другом месте. Где-то на Африку похоже немножко. Алло. Все эти люди живут на большое пособие от государства в районе 1500 долларов. Им предоставляется жилье и даже инвалидные коляски. Причем не какие-то там захудалые, а самого последнего поколения. Ребята, ну тут люди, прям, чтобы вы понимали, прям ширяются. И некоторые из них прямо сейчас получают приход. Я никогда не видела, чтобы так откровенно наркоманы тусовались на центральной улице. Первый раз в жизни я такое вижу, и мне очень странно, что это происходит в такой стране, как Канада, и в таком потрясающем зеленом городе, как Ванкувер. Их всех собрали в одном квартале, чтобы их было проще контролировать. А чтобы эти пропащие не убивали и не грабили ради дозы, дозу каждому ежедневно выделяет государство. Поэтому убить или ограбить меня тут чисто теоретически не должны. Что же ты здесь забыла, спросите вы? Все просто, друзья. Тут есть блошиный рынок, где можно купить абсолютно все. От булавки до телевизора. Ну что, я пойду смотреть, что здесь продается. Вот мне уже кто-то кричит и что-то от меня хочет. Мне все равно. Я приехала сюда для того, чтобы купить что-то по очень низкой цене. Все, что здесь продается, все краденое. Просто большинству выделенной государством дозы мало. Вот и торгуют всем подряд, чтобы наркотики в кармане были всегда. Да, райончик, как в фильме про зомби-апокалипсис. Все эти бедолаги действительно прикормлены и в целом не агрессивны. Единственное, что их может вывести из себя, это вид камеры. У нас прямо сейчас происходит нападение на камеру, но нападение прошло неудачным, потому что... В общем, так, идем дальше. Он нас кричит. Шопинг несколько затруднен, потому что местные начинают в нас кидаться какими-то штуками и приезжать. Почему? Потому что мне нравится камера. Но ничего страшного, я делаю энергетическую защиту против всех их. Сжигаю! Энергетическая защита не сработала. Меня облили какой-то... Пойдем назад к ним вернемся, к нашим. А кто это сделал? Я просто хотела купить что-то. Это все, что я хотела на этой улице. Меня облили, обматерили, испортили все мое шопинг-настроение. Фу ты вам. Все. Но я так просто не сдамся. Не переключайтесь. Есть у нас традиция. Рубрика «Подарки». Привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Ну что, Валерий Горбунов? Ребят, Юж. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Открой дверь в нирвану. Ну вот и настало время нашей любимой рубрики «Подарок». Вот сообщение от Алены Терлецкой. Здравствуйте. Хотелось бы скамейку или детский комод. Алло. Конечно, желание и заказ действительно оригинальный, но комод, скамейка. Скамейку или комод? Скамейку или комод? Не знаю, что делать со скамейкой и комодом. Следующее сообщение от Даши Романовой. Привет, Орел и решка. Говорят, в Африке очень удобно достать местную прессу на родном языке племен. Может быть, вам повезет и найти хотя бы один экземпляр для меня? Спасибо. И почта. Даш, вот смотрите, вы когда смотрите на карту мира, вот Африка здесь где-то около Индийского океана, вот под Европой. А Канада, это как бы через океан и чуть севернее. И как бы в Канаде что-нибудь африканское, не, это, конечно, оригинально, но как-то нелепо, вот совсем нелепо. То ли дело пишет Дамира Израилова. Хочу принца. Здорово, и привез бы принца. Так какого? На белом коне, на черном, на рыжем, лохматого, стрижего, опишите принца, ну давайте же как-то поточнее. Следующее сообщение от Анастасии Савченко. Приветик, Егор и Машуля. Привет. Я бы очень хотела получить от вас в подарок книжку. Оригинально, да? Но эта книжка удивительна тем, что ее надо уничтожить. И называется она «Уничтожь меня». Но некоторые не уничтожают, а рисуют в ней... Например, вместо того, чтобы проверять страницу, они рисуют космос, они выделенные кружки для того, чтобы проверять, рисуют звезды и бриллианты. Мне бы очень хотелось ее, если вы, конечно, найдете, и это... Блокнот удачи. Мало что понятно из последнего предложения, я думаю, даже самой Анастасии, но заявка интересная. Анастасия, пойду поищу вашу книгу. Ну что, Анастасия, я нашел огромный книжный магазин, и надеюсь, в нем есть ваша книга. Анастасия, я нашел ее, и она идет к вам. Ну и для наглядности, как же все-таки нужно читать такую книгу? Суть в том, чтобы с каждой страницей книга уничтожалась все больше и больше. В общем, Анастасия, надеюсь, вам понравится. Приятного чтения. И да, не переживайте, ваша книга не пострадала. Я купил себе такую же. А я напоминаю, что у нас тут произошла маленькая потасовка, и меня чуть не убили. Ой, тут, конечно, веселушка, ребята, веселушечка. Так, ну что у нас тут есть? Пончики, зарядки, сигареты, камера, собачка, привет! Куртки, шнуры, штанишки, кроссовки. Это нам не надо. Очки. How much does a beer bear? $1? Доллар просят за мишку. Так, кассеты. Значит, что еще есть? Какие-то шляпы. Ну, в общем, пока что, честно говоря, хлам и барахло. Ничего интересного. DVD-диски. Сумки. О, опять зарядки. Очень много зарядок, прям огромное количество. Продают тут все подряд. Где что плохо лежало, все притащили сюда. Ой, ребята, тут есть даже вон от душа. Вообще, что я так трогаю эти вещи спокойно? Почему я их так спокойно трогаю? И сразу же ты судорожно начинаешь вспоминать, как все болезни передаются, каким путем. Туфельки Альдо. Стоили они 59,88. А сейчас? How much is the? $5? Just $5. Слушайте, $5. And this one also $5. $5. Прикиньте. Значит, смотрите. Туфли были куплены за почти $60. Их пару раз буквально надели, но вообще они в отличном состоянии, честно. Конечно, покупать туфли здесь не самая лучшая идея. Мало ли кто их носил вообще, эти туфли, правда же? Потому что продаются они в таком месте, знаете, мягко говоря, неблагополучно. И я даже не знаю, насколько хорошая идея покупать здесь туфли. Короче, я тут точно ничего себе покупать не буду. Но, если что, теперь вы знаете, где можно дешево пошопиться в Ванкувере. Все, что есть в лучшем городе для жизни, наверняка тоже самое лучшее. Ну, логично же. Так вот, на мою долю выпал поход к очередному художнику. Как заверили меня продюсеры, Егор, это лучший портретист в Ванкувере. Сходи, не пожалеешь. Ну, я и пошел. My name is Егор. Hi, I'm Brad. Brad. Nice to meet you. You're so nice buddy. I heard that you're making the best portraits. I do portraits, yes. Ага. Шварценеггер. Schwarzenegger, Энди Уорхол, Джизус, Джастин Трюдо, Барбара Стрейзанд, Волверин. Ага. Работы у него и правда, вроде ничего так, но... Очень странный художник, я думаю, у него все-таки больше клиенток женщин, чем мужчин. Потому что, ну что, вы видите его сами. Ладно, разговорчики в сторону, к делу. Что я должен делать? Улыбаться? Может, лучше снять шляпу? Я? Ага, ага. Переехали. Так. Угу. Мне кажется, еще чуть-чуть, он меня утащит за шторку. Да? Вы говорите, что он сейчас разденется. Я же ему руку жал. Как бы крупные мазки мне понятно. А... Главное, чтобы под эту музыку не продырявил картину. Мать моя женщина. Твою 27. То ли ему нравится картина, то ли... Вуаля! Вау! Вау! Kind of looks like you. Yeah! Это первый раз в моей жизни. Мне писюном по лбу, конечно, и лозят, но... Ребята, ну смотрите, вылитый же, копия же, а? Ну похож. А вы всех этих людей рисовали так же, как и меня? То есть они сидели в этом же кресле? Нет, только некоторые из них. Я просто в шоке, ребята, ну это же очень похоже. Но эмоции в сторону. Давайте же попытаемся понять ценность этого произведения все-таки с художественной точки зрения. Ну, начнем с того, что это не похоже ни на одного известного мне художника. Может, разве что немного напоминает Хаима Сутина. Но вряд ли многоуважаемый Хаим прибегал именно к такой технике. Склоняюсь к тому, что портрет выполнен в стиле модерна, берущего истоки у импрессионизма и экспрессионизма. Объясняю. У импрессионизма взята попытка быстро запечатлеть момент. Отсюда и аляповатая техника. У экспрессионизма взят мотив боли и страдания, о чем свидетельствует взгляд изображаемого и мрачная цветовая гамма. Техника нанесения краски напоминает импаста. когда краска наносится густым слоем, что образует неровную, почти скульптурную поверхность холста. Кстати, Ван Гог частенько писал некоторые работы собственным пальцем, размазывая краску, наложенную массивным слоем, на холст. Точно. Думаю, можно его работы сравнить с Ван Гогом и, возможно, Клодом Моне. Правда, только с точки зрения техники. И всего-то за 3 минуты. 3 минуты и готово. А какую краску вы обычно используете? Акриловую. А это безопасно для вас? Надеюсь. Пока все на месте. Как выяснилось, бренд парень популярный. Даже участвовал в талант-шоу Франции. Сами понимаете, удержаться от вопросов тут сложно. Брэд, а как вы начали творить такое творчество? Писать картины кистью невероятно скучно. Это то же самое, что секс с презервативом. Но тут и не поссоришь. Поэтому с картиной лучше сливаться без всяких посредников, типа кисти для рисования. А у вас вообще есть девушка или жена? Все мое искусство – это моя единственная сексуальная страсть. А как насчет секса с девушками? Никогда и ни за что. Только творчество. Вы сейчас серьезно? Да. Конечно, в такой технике есть много нюансов. Например, боль, которую приходилось терпеть поначалу. Пока краску подобрал себе, а то аллергии замучили. Я уже молчу о том, что можно просто поцарапаться о бумагу и даже натереть мозоль, если рисовать несколько часов подряд. Иногда даже до крови. Но за столько лет практики я стал минимально чувствительным ко всему этому. Ну, так сказать, со временем мозоли набиваются, и уже становится не так больно, как было раньше. Хотя вот видишь, в первое время даже с кровью рисовалось. И получается, как в балете. Ноги разбиты. Ну, красиво-то как, а? Вам не говорили, что выглядит это отвратительно? Что это безобразие и разврат. Вам самому не стыдно? Разве что в самом начале моего творчества. Люди говорили: чувак, что ты творишь, не позорься. Но меня это только заводило. И со временем общество меня приняло. До них дошло, что это искусство. Мне ни разу не было стыдно. И никогда не будет. Чтобы вы понимали, бренд гастролирует со своим творчеством по всему миру. Круто принимал Нью-Йорк. Япония вообще бомбезна. А Париж меня не понял в принципе. Стояла гробовая тишина, пока я выступал на сцене. Но если они молчали, значит, просто обдумывали увиденное. Постигали процесс. А это неплохо. Неплохо. Всего $2000. И вот такой вот бесценный портрет, который я бы назвал «Удивление, удивление». А я продолжаю исследовать лучший город для жизни. Ну, в том, что тут хорошо живется даже всяким наркоманам и маргиналам, я уже убедилась. Еле ноги унесла. Если не считать тот злосчастный район, в целом город очень позитивный, красивый, зеленый, современный. А главное, у Ванкувера есть свое звучание. Его мелодии разные. Все дело вот в этих табличках. Они есть повсюду. Если ты музыкант и у тебя есть специальная лицензия, то ты можешь тут встать и зарабатывать деньги своим творчеством. И никто тебя не погонит. но самые предприимчивые делают все, чтобы любой ценой удивить толпу прохожих. Ну, согласитесь, мимо такого сложно пройти. Даже не знаю, как это назвать. Волынка, осел, битбоксер? Не понимаю. Я такого еще никогда не видела, честное слово. Вообще, никогда. Этого музыканта знает вся округа, и каждый вечер собирается толпа зевак, чтобы посмотреть на неведомую зверушку. Значит, история какая? Этот музыкант работает бурильщиком нефтяных скважин на севере Канады. Казалось бы, нормально парень устроился. А нет, эта работа ему не по душе. Он в душе музыкант, а на работе ему приходится изо дня в день делать то, что не приносит удовольствия. Вот он и выстрадал этот странный инструмент. Кстати, из деталей, с которыми ежедневно имеет дело на своей основной работе. Принцип простой. Когда он шагает, то воздух нагнетается в эти нижние трубочки, а потом выходит из устройства, которое напоминает волынку. Получается характерный звук. О, Господи, как же это громко! Чтобы руки и рот не бездельничали и тоже зарабатывали деньги, вот вам битбокс. Слава Богу, это не мой сосед. Спасибо. Если честно, то, находясь здесь, даже не понимаешь, как относиться к этому явлению на копытах. Удивляет, да. Но вот по поводу самой музыки, тут нужно немного времени, чтобы ее хоть как-то осознать. It's a pretty good CD. Думаю, возьму себе немного этого творчества. Для осознания, так сказать. Смотрите, тут можно купить вот такой диск. Ну, точнее, как диск. Не совсем диск. Это флешка. Сделана она из дерева. И на флешке есть фотографии, видео и музыка. Ванкувер может все. Удивлять. Шокировать. Вдохновлять. Я такого еще никогда не видела. И сочувствовать. Я просто раздавал их голодным. Здесь и красиво. И убого. И радостно. И страшно. Именно таким и должен быть идеальный город, который может заставить почувствовать все и сразу. Итак, если вы окажетесь в Ванкувере, наберитесь смелости и пройдитесь по Хейстинг-стрит. Купите себе какую-нибудь ерунду за 5 баксов. Их пару раз буквально надели. Или что-нибудь подороже у индейцев. За такие деньги можно купить себе мягкий классный кашемировый свитерок. Обязательно послушайте странную музыку бурильщика нефтяных скважин и купите у него диск. Ну и как же без портрета от самого эпатажного художника? А я же ему руку жал. И без шкуры белого медведя. Знаете, а есть в этом какой-то свой прикол. Эх, эх, Мария Игоревна, смотри, смотри, смотри. Что это? Это мой сегодняшний шопинг. Как это шопинг? Ну, вот так. Оказывается, в Ванкувере может быть интимный шопинг. Интимный шопинг? Вообще забудь об этом. Сейчас расскажи, как у тебя дела. Ты знаешь, Егор, у меня не так все хорошо, как хотелось бы. Так. Меня сегодня какая-то бомжиха облила какой-то вонючей жидкостью. Егор, не смешно. Ну да. Наконец-то. Прости. Что? Ну все, день закончился. Друзья, ну, что так? Увидимся с вами в следующем городе. Всем пока. Егор, я ничего не поняла. Какая бомжиха. Что такое значит... интимный шопинг? Можешь объяснить поподробнее? Ну, дело в том, что эту картину нарисовал, эту картину художник как бы одной своей частью тела. Попой? Вот если с другой стороны посмотреть, то ты где-то рядом. В смысле? Да. Да. Нет. Маш, да. Слушай, как талантливо.